Всем привет! Предлагаю вашему вниманию аранжировку на песню «Темная ночь» из кинофильма «Два бойца». Аранжировка несложная, многим будет по силам. Ноты с табулатурой, как всегда, по ссылке под видео. А тем, кому интересен разбор, смотрим дальше. Начинается с небольшого вступления, буквально один такт на одном аккорде. На аккорде ми минор на втором ладу зажимаем пятую и четвертую струны. И играем вместе 4 струны, 6, 5, 4 и 3, то есть подряд. Вместе 4 раза одинаково, то есть 1, 2, 3, 4. Вот все вступление, дальше начинается уже куплет. На этом же аккорде, в принципе, струны можно отпустить, 4 и 5, играем на открытых. Играем 6, 3, 2 и 1 вместе. Затем первую зажимаем на третьем ладу, играем ее вместе с шестой открытой. Потом первая, второй лад, первая открытая и бас, шестая струна, третий лад. Шестая струна, третий лад остается, добавляем средний палец на четвертую струну, на второй лад и играем вместе шестую, четвертую и третью. Затем пятая открытая, четвертая остается на втором ладу средним пальцем и подставляем безымянный на третью струну на второй лад, указательный на вторую струну на первый лад, то есть аккорд ля минор у нас теперь. Играем вместе вторую, третью, четвертую и пятую. Затем мизинец, вторая струна, третий лад. Все, аккорд можно отпустить. Играем открытые четвертая с первой. Затем вторая струна снова на третьем ладу. Четвертая открытая. И в конце такта вторая струна первый лад, третья струна второй лад. Вместе их играем. Следующий такт. Шестая струна третий лад. Играем вместе со второй открытой. Теперь открытые, вторая, третья и четвертая вместе. Третья, второй лад. Все, можно отпустить. Играем открытые, шестую и вторую. Теперь четвертая струна, второй лад вместе с третьей открытой. Давайте вот эти три такта проиграем. То есть первая фраза куплета. Так должно получиться ритмически. Дальше. Снова на аккорде ля минор будет. Зажимаем четвертую и третью на втором ладу. Играем сначала пятую открытую. Теперь вот эти четвертую и третью вместе. Вторая открытая. Теперь добавляем указательный палец, вторая струна, первый лад. Остальные можно не отпускать пока. Играем вторую с пятой. Теперь вторую сразу отпускаем. Играем ее открытую. И четвертая у нас на втором ладу зажата. И третья на втором ладу. Все, теперь уже отпускаем. Играем открытую шестую и первую. Снова возвращаем средний палец. Четвертая струна, второй лад. Играем вместе вторую, третью и четвертую струны. Затем третье, второй лад подставляем также безымянный. Затем третья открытая, шестая открытая. И снова повторяем четвертое на втором ладу и третья открытая.
Теперь у нас идет первое окончание, как бы первая вольта. Сверху отмечена цифрой 1. То есть мы его проиграем, потом вернемся на начало куплета, повторим куплет сначала и второй раз уже перейдем на второе окончание, на вторую вольту. Зажимаем здесь шестую струну указательным на втором ладу. Мизинцем зажимаем четвертую струну на четвертом ладу. Играем шестую сначала. Потом играем вместе шестую и четвертую. Теперь открытая третья. Пока ее играем, меняем аккорд. Средним зажимаем пятую струну на втором ладу указательным. Четвертую на первом и безымянным третью на втором. То есть это аккорд Си, септаккорд неполный здесь. Играем три струны, третью, четвертую и пятую вместе. Теперь третью отпускаем, пятую держим. Играем третью открытую и пятую на втором получается. И мизинцем дотягиваемся, четвертая струна, четвертый лад. Теперь четвертая струна, второй лад вместе с шестой открытой. Открытая вторая, шестая открытая. Теперь четвертую мы держим на втором ладу, шестую еще зажимаем на третьем. И играем вместе шестую, четвертую и третью два раза. Дальше четвертая остается на втором ладу. Мизинцем зажимаем третью на третьем и указательным шестую на втором. Играем эти струны, которые зажали, то есть третью, четвертую и шестую тоже два раза вместе. И снова зажимаем неполный си-мажорный септаккорд на втором ладу. Пятая, третья и на первом ладу четвертая струны. И играем вместе вторую, третью, четвертую и пятую тоже два раза. Вот это было первое окончание. После него мы перейдем на повторение куплета. Давайте повторим вот эту вторую фразу с метрономом, проиграем. После этого повторяется куплет, и мы перейдем на вторую вольту, на второе окончание, которое будет почти такое же, поменяется буквально две ноты. Давайте попробуем проиграть все сначала полностью, со вступления, куплет, первая вольта, то есть первое окончание, потом повторение куплета и переход на вторую вольту, на второе окончание. Вот вторая вольта. То есть, что поменялось у нас в этом такте? Начало было таким же. Шестая на втором, четвертая на четвертом. Сначала сыграли шестую.
шестую с четвертой вместе, третья открытая, также аккорд си, септаккорд. Пятая и третья на втором, четвертая на первом месте их сыграли. И теперь пятая остается на втором, играем ее уже вместе со второй открытой в конце такта. Третья открытая. Все, можно отпустить. Теперь четвертая, четвертый лад вместе с шестой открытой. Теперь четвертая, второй лад. И бас, шестая открытая. И те же самые аккорды, которые были в конце первой вольты, мы также доигрываем. Ну, давайте вот это окончание тоже проиграем, чтобы было понятно. В принципе, оно также играется, как и первое по ритму. Дальше идет припев. Он начинается с ми-мажорного аккорда уже. Ми-мажорный септаккорд. Средним пальцем зажимаем пятую струну на втором. В принципе, как она была с предыдущего аккорда, можно ее даже не убирать. Затем указательный, третья струна, первый лад. И мизинец, вторая струна, третий лад. Играем вместе вторую, третью, четвертую и шестую в басу. То есть, либо просто одновременно, либо так арпеджированно можете сыграть, как бы по очереди. Либо большим пальцем по всему аккорду провести. Затем на этом же аккорде ничего не отпускаем. Играем вместе пятую со второй. Повторяем вторую. Вторую не отпускаем. Играем ее вместе с четвертой открытой. И в конце такта пятая струна на втором ладу повторяется, то есть весь аккорд мы до конца такта держим и дальше его держим еще. Теперь шестая открытая, теперь пятая со второй, зажатый у нас, первая открытая. Вот здесь можно отпустить, сыграть первую на первом ладу вместе с четвертой открытой. Теперь первая открытая с шестой открытой. Вторая на третьем ладу, пятая и первая открытые, вторая первый лад, четвертая второй лад, вторая открытая, теперь третья второй лад и пятая третий лад, пятая открытая и окончание доигрываем пятая открытая, третья второй лад остается, добавляем четвертую на втором и пятую на третьем. Повторяем пятую на третьем и повторяем пятую открытую. Вот это первая фраза тоже припева. Давайте ее проиграем. Вторая фраза, вторая струна, первый лад вместе с четвертой открытой, вторая струна, первый лад вместе с пятой открытой, вторая открытая, снова вторая на первом вместе с четвертой на четвертом, нужно вот так будет дотянуться, пятая открытая, четвертая открытая, третья на втором вместе с пятой открытой, вторая открытая. Теперь сразу зажимаем вторую на первом ладу, шестую на втором ладу. Играем их вместе. Открытые четвертая и вторая. И третья на втором. Теперь будут аккорды. Они будут звучать длинные, да, скажем так, аккорды. На каждом аккорде остановка. Шестая струна, третий лад. Играем ее. И открытые четвертая, третья и вторая вместе. Четыре струны. Дальше
вторая струна первый лад, четвертая на втором. И играем тоже вместе пятую, четвертую, третью и вторую. Теперь четвертую оставляем на втором, средний палец. Безымянный подставляем на вторую струну, на второй лад. Мизинец, третий лад, третья струна. И указательный, шестая струна, второй лад. Вот такой аккорд получился. И играем струны, которые зажали. Шестая, четвертая, третья и вторая. Теперь указательный переходит на пятую струну, на второй лад. Средний, третья струна, второй лад тоже. И мизинец, четвертый лад, вторая струна. Играем струны, которые зажали. Пятая, третья и вторая. Вот вторая фраза припева. Давайте ее пройдем. И давайте весь припев тоже пройдем, чтобы было понятнее. Дальше идет повторение куплета, вторая половина, скажем так. Немножко здесь поменяла я аккомпанемент, чтобы, ну, для разнообразия, скажем так. Начинается тоже с открытых струн, как и в начале. Это шестая, третья, вторая и первая. Опять же, либо вместе их можете сыграть, либо по очереди арпеджировано, либо взять весь аккорд ми минор. Затем третья открытая, затем первая на третьем, первая на втором и первая открытая вместе с шестой на третьем ладу. Теперь добавляем четвертая струна, второй лад, третья открытая, снова четвертая на втором. Все, бас отпускаем, четвертую держим, играем пятую открытую сначала, четвертая на втором. Вторая, первый лад, вторая, третий лад, открытые первая и четвертая, вторая, третий лад, третья, второй лад, вторая, первый лад. Снова возвращаем бас, шестая струна, третий лад, вместе со второй открытой играем, четвертая открытая, вторая открытая, третья, второй лад. Вторая и шестая открытые. И четвертая на втором. Вторая открытая. И возвращаемся на четвертую. На втором. Первая фразочка. Проиграем ее. Вторая фраза, пятая струна открытая, четвертая второй лад, третья второй лад, вторая открытая, вторая первый лад и пятая открытая, вторая открытая и четвертая на втором, третья на втором. Все, теперь открытые шестая и первая вместе. Четвертая, второй, вторая открытая, третья, второй лад, третья открытая, шестая открытая и четвертая на втором, третья открытая, возвращаемся на четвертую на втором,
дальше окончание будет похожим на то, которое уже было у нас в конце куплета. Чуть-чуть поменяется аккомпанемент. Шестая струна также второй лад указательным. Четвертую сразу зажимаем на четвертом мизинцем. Играем сначала шестую, потом четвертую, потом их вместе. Третья открытая, пятая на втором и третья на втором месте. Теперь четвертая в первый лад. Пятая на втором остается, со второй открытой играем. Третья открытая. Четвертая на четвертом месте, шестой открытой. И четвертая на втором, шестая открытая. И дальше те же самые аккорды, которые были в конце куплета. Давайте вот эту вторую фразу пройдем. Затем можете, в принципе, как в оригинале, еще раз проиграть полностью куплет, припев и вот это окончание. Можете закончить. Для окончания мы играем открытые струны, то есть на аккорде ми минор. Первая, вторая, третья и шестая вместе. Затем так, по аккорду ми минор, но уже в другой позиции мы играем. Третья струна получается девятый лад. Вторая – восьмой, первая – седьмой. Вот так, таким образом зажимаем лесенкой, да, как бы. Теперь первая – двенадцатый. Теперь флажолеты на двенадцатом ладу, то есть мизинец прислоняем прямо над порожком после двенадцатого лада, вот так, ребром. Просто задеть нужно струны, не придавливая их. И сыграть вместе первую, вторую, третью и шестую. Можно, вот чтобы такой характерный звук получился. Либо вместе, да, либо тоже как арпеджио. И в конце шестая открытая струна. Вот такая получилась аранжировка. В принципе, несложная. Разучивайте ее в медленном темпе, по частям, по кусочкам, по отрывкам. Выделяйте по громкости мелодию основную, аккомпанемент чуть тише. Потом соединяйте эти отрывки и добавляйте темп. Желаю всем удачи, успехов и до новых встреч. Пока!